Мне понравилось то, что мы смогли собрать достаточно много народу, хотя казалось бы, то, что Flutter не очень популярен. Ну и очень понравилось то, что при этом активность довольно, ну, будем честны, хорошая. Если посмотреть, люди общаются, люди обмениваются чем-то, задают вопросы до докладчика, ну, очень круто. Я нашел людей, которые занимаются Flutter в Омске также, и мы, так сказать, готовим один проект, где будем нетворкать также с Flutter-разработчиками в Омске именно, обсуждать что-то, собираться там раз в квартал условно.